Всем привет, друзья, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Atomic Heart, и у нас сегодня с вами задержка Петрова, как собственно говорится, надо задержать Петрова, но для начала надо, наверное, полутать и посмотреть вообще, что мы и где мы. Я не знаю, куда идти только, да, видимо, куда-то сюда, значит, наверху мы ничего такого мега полезного тут не найдем, хотя тут какие-то бешеные комнаты были, непонятные, длинные коридоры. Что они нам дадут, я не знаю, лишь бы врагов не было, пока что только лут вижу, окей. Значит, чисто за лутом и пришел. Это радует. Во, чертежик. Рельсотрон. Воу. Это что-то новое. Кстати, потихоньку открывается что-то новое для меня. Рельсотрон вот теперь открылся. Да, скоро соберем и будем с вами пробовать новые пушечки, как я понимаю. Пока что ходим с этими. Сейчас все по ходу дела, как говорится, посмотрим, ребятки. Так, окей. Выберите желаемое действие. Так она ж только что там стояла. В смысле? Так, пушки, пожалуйста. Давай глянем. Улучшение создания. Рельсотрон, что для него надо вообще? Во! 261 вот эту штучку, да? 261 штучки. Вот этих писюлек. Так, ну я думаю, мы посмотрим. Вот крепыш у меня уже есть, да? Его можно будет на себя поставить потом. Ну, немножко позднее. Чуть-чуть позже поставим. Лишь бы никаких боссов не было, а то у меня отхилов мало. Можешь реально в сохранение сбегать, хоть поставить эти себе. Отхилы со склада. Авторизация. Так, арсенал. Нужно, да. Давай в арсенал склада разбор. Отхилов нету. Вдруг сейчас реально босяра будет какая-нибудь. Давайте хоть отхилы возьму большие себе. Чтобы были, а то мало ли что. Энергия не сильно тут как бы. На рельсотрон по-любому энергия нужна. По-любому. Что-то мне подсказывает прям. Очень подсказывает. Кстати, рельсотрон вместо калаша мы потом, я думаю, испытаем с тобой. Реально испытаем. Так, ну го. Куда нам с тобой? Сюда? Туда? Куды? 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 Что? Проходы, может, где? Какие? Серьезно? Нам куда-то наверх? А, окей. Ну все, попался, говнюк. Это твой последний номер. Слышь, ты ублюдок! Спектакль окончен. А вот и ты. Вечно дышишь мне в спину. Где доктор? Лариса, она меня бросила, представляешь? Я даже не знаю, где она, может быть, уже мертва. А что с Молотовым? Неужели он поверит словам Сечи? Молотов мертв. Тогда все понятно. Че тебе понятно? Коллектив активирует, и на этом все кончится. Кончится? А что плохого в том, если все будут отдавать мысленные команды робота? Блядь, ведь ты, сука, сам создал эту систему! Потому что я не знал, как ее собирается использовать Сеченов. Уж точно не так, как ты. Он не собирался никого убивать. Ха, серьезно? Ты правда в это веришь? А с чего тогда эти мирные роботы кинулись крошить всех подряд? Потому что ты их всех перепрограммировал! Да неужели? Господи, какой идиот! Ты хоть... Представляешь, сколько времени занимает прописать функциональный алгоритм действий хотя бы для одного робота. А тут их десятки моделей. Ничего. А то, чтобы его режим был заложен в них еще на этапе конструирования, другое дело. Что никто не планировал применять его на территории СССР, и тут действительно постарался я. Но, уверяю тебя... Мне кажется, сейчас он домандится, что ему голову отпилит вот этой пилой. Намного хуже, я просто обязан его остановить! Хватит! Мне надоел этот бред, который творится у тебя в башке. Ты сейчас же мне расскажешь, как вывести робота из боевого режима. Прости. Этого не будет. О, как! О, как! Факи прям показал. Этот день должен был стать... Что я сказал? ...особенным для нас. Так что, босс, что ли, будет? Из-за коллектива я хотел сделать ей предложение. Символично, что это произойдет именно здесь, в театре. Стой! Руки! Передай это Ларисе. Передай Ларисе? Блин! Офигеть! Блин! Твою мать! Он реально больной? Пиздец, он просто голову отпилили и все. Пиздец.
Ебать ты, клоун. Вот теперь ты точно мертв. Сука! Патри вызывает Челомей. Прием. Наконец-то. Виктор, у тебя? Петров покончил с собой. Довольно изобретательно, и я не смог этому помешать. Да что ж такое? Голова цела? Нет. Голова не пострадала, лежит у меня под ногами. Сохрани голову, Петри. Я высылаю тебе специальный контейнер. Положишь ее внутрь. Автоматика все сделает сама. Офигеть, голову берешь с собой? Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты ошибся. Ты ошибся. Ты ошибся снова. Ты будешь. Ты ошибся. Так, типа мне не дают лут забрать, да? Ты будешь жалеть. Смотри, не пропускают петь пидоры, да? Смотри, что делают. Не дают лут забрать. Так, окей. Может, их застопать надо? Они так и будут тут передо мной, да? Так, а может, надо с легким оружием пробежать? Так, подожди. Да отвалите вы от меня, ублюдище! Короче, видимо, не взять никак, да? А, так они мне вообще не дают прохода, в принципе, отсюда выйти. Пошел нахер отсюда, ты кто вообще? Не понял. Ты бесконечный? А, сюда голову положить? Он сумасшедший, капец. Ты улетаешь, все? Так и мне-то что делать? Дамы и господа, добро пожаловать. Чего? В наше изумительное представление. Сегодня вы увидите дебютирующую звездочку нашей программы. Кого? Девушка может немного стесняться. Номер до конца не отрепетирован, но... Какую девушку? Поправим в процессе. Впрочем, они только добавят шарма. С невероятным удовольствием я представляю вам нашу куколку. Наташа! Наташа, бодибилдер. Он мне сразу понравился, и я поняла, что я дам ему пизды. Это бодибилдерша Наташа, что ли? Та самая? Жесть. Ну ее надо было рельсотроном каким-нибудь гасить по-любому. Что с ней делать? Жалко, у меня от хилов нету, офигеть. А что с ней делать-то? У меня же нет жизни столько. Так у меня нет столько от хилов, чтобы ее с ней совладать. С натушей. С натусечкой. У нее даже, смотрю, нету этого стоп-крана, она просто бьет меня и все. Да, он мне это же не уворачивается никак, смотри. Окей. Не, ну... С этой малышкой нельзя, по-моему, справиться нормальному человеку, не? Только неадекватному. Так, окей. Так, допустим. Это мне? Это все ко мне? Так, она прилегла. Она мало шансов дает мне. Очень мало. Скорее всего, я проиграю. Так, окей. Допустим. Так, ладно, ну, я какой-то дэмэдж наношу, но... Этого мало для Наташи-то. Наташа крупногабаритная дама, так... Малышка, я бы даже сказал, пупсик. Так, Наташа прилегла. А у меня патронов не хватает для натусика. Так, окей. Так, допустим. Ты смотри, какая натуля, а? Так, а мне не хватает ничего для Наташи. Что с ней делать? Алло. Дробовик есть для Наташи еще, конечно. Но нужен ли он ей? А фиг его знает. Наташа такая, она женщина, которая дробовики не уважает, я думаю. Так, окей.
Так, Натуша упала. Заяц. Натуша. В натуре туша. Смотри, сколько жизни у нее. Блин, ну это жестко. Это жестко слишком, нет? Натуша очень жесткая. У нее большая туша. Видимо, придется потом топором ее гасить, потому что у меня патроны сейчас все на нее и уйдут. Так, окей. Так, понеслась. Но в целом не задевает вроде так сильно. Лишь бы не убила полностью меня. У Натуши большая туша. Так, так, на секунду. Так, окей. Вот это Челомей, ребята, я ебал. Так, окей, беги. Так, она летать стала, что ли? Наталья, вы чё? Натали. Натали, угомонись. Чё она делает и где она? А, вот она. Так, окей, она летает. Так, окей. Так, допустим. Так, Натали. Натали, угомонитесь, Натали. Так, окей. Так, пол хп нет почти. Так, допустим. Патронов, так сказать, у меня тоже нету, блядь. Так, тихо. Она очень жесткая, это Наташа, я вам скажу, ребята. Она прям жестит по-страшному. Она не сильная, но патронов у меня не хватит. Надо где-то что-то будет с дробовиком придумывать, потому что там на дробовике, кстати, тоже мало осталось, конечно, но... Она не сильная, Беляш больше проблем доставил, серьезно. Лишь бы хватило моих патронов. А патронов нет больше, ребята, все, запомни. Патронов больше у меня нет. Все ушло в Наталюшеньку, так окей? В Натусика, так окей? В моего малыша, так окей, давай, где мои дробовики? Так, ну, видимо, Наташу надо будет гасить. С топора! Так, тихо. Натуся. Так, Натуся, Натуся, молодец. Сейчас она, кстати, будет падать, может топором побить. Так, окей. Ой, как мало с топора, я офигею. С топора Наташа вообще мало, так окей. Натуся, малыш. На, с дробовика тебе. 5 патронов на дробовике осталось, я охерею. О-хо-хо, Натуля. Так. Она самый легкий босс на самом деле, но все патроны в Натусе ушли. Если б я знал, что аудиенцию в этом театре мне составит Натусенька, я бы с радостью, как говорится, больше патронов купил. Так, окей, Натуся. Натусенька! Получается, мы только с топора будем с тобой драться. У меня, кстати, еще энергетический, оба, энергетический батончик для Натуси, блядь! Так, тихо. У меня же есть энергопистолет, хорошо, я забыл. Энергопистолет — это хорошо, Натуся любит такое. Так, энергопистолет — это для Натуси, так. Так, тихо-тихо. Ах ты, сука, Наташа! Так, беги. Стреляй. Покажи, чему обучена. Сейчас я покажу, чему она обучена. У меня так энергия мало восстанавливается. Может, есть какая-то обилочка какая-то, которая ее быстрее будет восстанавливать? Мне вот интересно... Да хватит, Наталья! Угомонитесь, мадам! Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, вообще все плохо с патронами, я охерею. Так, ну давай, стреляй в меня своими ракетами. Она не сложная, она проблемная. В плане того, что она грузная. Так, окей, сейчас она упадет со временем. Так, окей, упала. Сама себя закружила, закрутила, завертела. Натусенька, так валим нахер от нее. Наталья очень лютая. Она очень грузная, но она неповоротливая. И поэтому с ней легко. Мне даже ее немножко жалко. Патроны, правда, на нее все ушли. Она немножко плотная. А так она очень даже вполне себе хорошая тетенька. Так, начинай. Натуся.
Я даже понял ее ход мыслей, ход действий, я ее понял. Сейчас раскручиваться будем, потом будем падать. Так, вот так, все правильно. Натуся молодец. Натуся, не задевай меня, главное. Вот так, Наталенька, так. Наташа. Он был прекрасным мужчиной, но я дала ему пизды. Да, Наташа. Наташа бодибилдерша. Блин, она прикольная, конечно. Мне нравится, реально прикольная. Она реально очень прикольная. Просто идет и все на тебя, Наташа. Так, тихо. Она пару раз, конечно, напряженные моменты сделала, но в целом-то она легкая, она Наташа и все. Так, вот я упала. Где? Ага, Натуся. Какая ты грустная сегодня, какая ты грустная и грустная. Так, тихо. Так, бежим. Наталья. Господи, какой шарм, какая игра актерская. Наталья, вы великолепны. Наташа. Это просто великолепно. Я считаю, что вы... Наталья. А где ваши ракеты, Натуся? Натусенька, так, окей, бьем. Ей осталось чуть-чуть. Грузная, красивая, неподъемная, сексуальная Наташа на нашем ринге, друзья. Бах, 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 бах. Натуша, я ухожу. Натуша, у тебя очень серьезная, красивая, огромная, мощная, как говорится, стужа. Так, окей, хорошо. Начинай. Пух, пух, малыш. Так, все, пошел, малыш. Сейчас малыш падает, потому что малыш еще с равновесием не дружит немного, так. Наташенька, как мне она нравится, какая она хорошая. Урона вообще не наносит. Это тебе не беляш и не ежиха, это Наташа. Ты еще не знал? Она знала. И знала изначально, что ее зовут Натали. Так, окей. Поехали. Слушай, мне нравится, прикольный, офигенный босс. Она безобидная, вообще безобидная. Просто падает и все, малышка. Смотри, поляхам ей даешь и все. Так, окей, немножко Наташи осталось. Вот и все, друзья. Спектакль окончен. Сука. Гасни свет. Молча. Давай сейчас тут просто молча, лады? Прикольно, сынок, слушай. Я обыскал тело Петрова. У него при себе не было пары золотых колец с литерной маркировкой. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. При себе у Петрова ничего не имелось. Понятно. Не теряй времени. Направляйся в комплекс Павлов. Так точно. Уже спешу. Так, направляйся в комплекс Павлов, а вот эту послушай, пожалуйста. Ты представляешь, он мне говорит, а в финале мы выпустим на сцену эту огромную милашку, да блять, это старая модель, да и программировать ее сложновато. Я вот думаю, может лучше... Это моя постановка, и я решаю, что лучше. А вы, товарищ программист, либо делайте свою работу молча и с улыбкой, либо выметайтесь из моего театра. Товарищ режиссер, я вас прекрасно понимаю, я просто хотел поинтересоваться, не хотите ли вы что-нибудь... потяжелее. И вот вы мне снова начинаете нравиться. Не хотите вы Наташу? Что же имеете предложить? Это будет грандиозно. Вы просто умрете. Товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блять? Да в ахуе я просто. Ёпта. Я снова провалил задание. Что со мной происходит? Виктор мертв. У меня его башка. А Сеченова, блядь, это устраивает, понимаешь меня? Нет, товарищ майор. Я разные вещи делал, но я не таскал человеческие головы, как трофей. Ты видел этого огромного робота в театре? Боевой робот в театре ХРАС. А знаешь, что бесит больше всего? Да, она нормальная. Нет, товарищ майор. Кольцо! Ёбаное, блядь, кольцо, которое мне дал этот ёбаный Петров! Знаешь, почему меня это так бесит? Нет, да, Наташа была хороша, вот не пизди. Сука, ладно, нормально. А, я нормально, нормально. Так, нам в Павлов идея есть? Так, нам в Павлов идея есть? Секретный комплекс Павлов находится на отдаленной территории предприятия 3826 Сахалин. Проложить туда пеший маршрут довольно сложно, учитывая большие скопления врагов. Я бы предложил передвигаться на транспорте. И, товарищ майор, самое время улучшить свой арсенал настолько, насколько это возможно. Будет не лишним поискать научные полигоны предприятия.
Так, ну поплакались и го. А, ну все, поплакались. Погнали дальше. Ну-ну, майор, как скажете. Так, будь добр. Оружие или способ? Сейчас попробуем. Я с Наташей тут... Конечно, я снова весь лут в Наташу отдал, но тем не менее, друзья, тем не менее, Наташа была неплоха. Что нужно для вот этой пушки? Мне вот интересно. Давай ее пока положим. Или для босса ее использовать? Она работает от энергии или как? Мне просто интересно. Подожди. Вот у меня есть 3 каких-то патрона. Ну это для босса явно, слушай. Выберите желаемое действие. У меня есть 3 каких-то патрона. Какие? А, вот эти ядра, да? Можно 6 положить. Можно 6 положить. Вот эти 3 убрать. И калашик. А, калашик, на калашик места нет. Нихера себе. А, точнее, есть на калашик место. Нету на... Так, вот эту давай уберем. Возьмем один горящий мод. Хотя... А, нет, давай на калашик лучше потроши возьмем, потрошки есть. И один еще отхил побольше возьмем. А там потом я разберусь, для чего нужна банка молока, мне вот интересно. Ее для чего использовать? Вот. Хороший вопрос. Так, все, пока так, я думаю. Пока достаточно. Дробовиковых только, да, патронов у меня теперь нет. Ай, ладно, давай пока так, потом поймем. Сейчас зато пушек полно. Пушек зато много. Это замечательно. Так, все, погнали. С Наташей мы справились. Идем дальше. Все, идем. Так, снова супер замки. Так, какие-то классные звуки пошли опять. Сейчас замок раскроем. Погоди. Вот эти замочки я люблю. Так это вообще шикарные замочки. Тут изъянов даже нет, смотри. Идеально, идеально. Так, там что-то переливается. Если там какой-то плющ опять, у меня будет шанс ему дать по щам. А, я сократил путь. Это все я читал. Здесь я не мог пройти, я снова в театре. Все, я все это читал. Так, окей, значит я иду сюда. Вам понравилось представление? Мне понравилось... О, нет, мне вот это больше нравится, чем Наташа. Все, я понял. Не, Наташа была хороша. Так, найдите выход с главной сцены. Нафиг валим. Наташа была хороша, но вот Петри, эти я жду вас в занавес Павлов. Получили достижение. Все готово. Шокхаузен. Бегу за всех ног. Для передвижения между научными комплексами рекомендую воспользоваться автомобилем. На поверхности произошел всплеск активности ростков побега. Снаружи все кишит култышами. Мутантами. Култыши? Ну, не что, зря я, кстати, взял, все... значит, эту штуку. Один вопрос. На 6 култышей хватит, я думаю. Я понимаю. Вы не находили на теле Петрова золотых колец? 2 кольца с литерами бета-1 и бета-2. Что это пролагнуло сейчас? Нет, не было у него. Что тут FPS резко просел? Впервые за все время в игре мне сейчас тут FPS просел. Что? Какого черта? Бабзина! А, Бабзина. Давно не виделись. Да ни хрена я не уверен в том, что здоров. Но, по крайней мере, жив. Слыхала я, что ты все же добрался до подлеца Петрова. Оперативно ты. Да, добрался я до него. Или он сам до себя добрался. Это все время я был в театре. Жесть! Добрался. Ничего, внучок. Раз голова его у тебя, стало быть, скоро все это закончится. Стало быть, эту мразь убиваем? Уже мечтаю об этом, баба Зина. А ты не против, если я загляну к тебе чайку? Заходи в любое время, касатик. Да, кстати, ты пока Петрова ловил колечек литерных, не находил часом? 2 штуки. С виду на золотые похожи. Нет, Бабзин не встречал. На трупе Петрова вещей не было. Ну да ладно, неважно. Ты главное береги себя, внучок. И заходи, если что. Я надеюсь, в конце игры останется локация, чтобы можно было гулять после игры. Когда игра закончится, чтобы как в Киберпанке можно было свободно перемещаться и самому угорать. Потому что все обманывают меня. Даже Дмитрий Сергеевич, чего я не ожидал. На каком основании вы сделали такое? Сопоставил слова Петрова с фактами. Вас не затруднит объяснить подробно. Петров сказал, что боевой режим был заложен в роботов еще до стадии конструирования. Твою мать.
что запрограммирует все модели, твою мать, физически не смог. А ведь это правда, мать. Почему вы так решили? Да потому что Петров скорее слабак и тряпка. Короче, программист, она не боится. А роботы берутся сознанием дел. Он бы не смог запрограммировать их так, раз сам не умеет драться. Эта гребаная Наташа была вооружена ракетами. Откуда? Это же просто строительный робот. Петров не мог установить на нее пусковую это установку. Не просто это строительный не робот, это Наташа. Завали его. Ладно. Сломать, не поменять. Он ввел в заблуждение центральный узел, выдав ни в чем не повинных людей за солдат. Клоуны какие-то появились. Не больше. Так откуда у строительного робота? Ты серьезно? Встроенный ракетный капец установ... ты инвалид. Откуда у гражданской дрофы встроенная пушка Гаусса? Откуда у сипухи пулемет? Да и вообще признаков полно. Просто я не смотрел на них так, как ты сказал, под другими углами. К сожалению, проанализировав ваши слова, я прихожу к аналогичному выводу. Тем более, что ваши подозрения оказались более реальными, нежели вы считаете. Это в каком смысле? В прямом. Послушайте запись, я воспроизведу. До какой ответственности вы говорите, товарищ Сечинов? Вы понимаете, что их в ЦСУ знают? Откуда? У тебя не было, ублюдок. Глубокому прискорбию, я не обратил должного внимания на эти слова. Роботы способны переходить в боевой режим. Я посчитал, что это образное выражение, посредством которого Молотов предъявлял претензии академику Сечинову. Теперь ясно, что Молотов говорил буквально. Политбюро с самого начала было в курсе, что у советских мирных роботов есть боевой режим. Значит, операция «Атомное сердце» действительно существует. Петров не лгал. Академик Сечинов вместе с Политбюро хотят захватить США и весь мир. Что вы собираетесь делать теперь? Сваливать по цели. Тут роботов полно. Сваливать по цели. Как это сделать? Почему все так охотятся за этими кольцами? Вы о бета-коннекторах? Потому что они действующие, в то же время считаются несуществующими. Твою мать, это что за роботы никто новые? Никто не докажет, что они есть. Даже коллектив после запуска. Бежим. Особенно коллектив после запуска. Для коллектива те, кто будет подключен к нему через бета-коннекторы, попросту не будут существовать. А сами они будут видеть коллектив? Петров, скотина больная, правдолюбец долбанный, мать его. Сколько крови пролил, так теперь из-за него побеги мутили. Вряд ли Петров хотел подобного результата. Он не генетик и не селекционер. Так, он тут очень много, мне не хватит жить их. Тогда не хватит было всего. Его устраивать. Столько людей полегло. А этим с побегами вместо башки вообще пришлось бежим умирать дважды. Сначала от роботов, а теперь вот от меня. Моральная позиция Петрова не подлежит оправданию. Тут я с вами полностью согласен. Да нахрен Петрова, он уже сдох. Давай рискнем, попробуем. Я после войны служить остался, чтобы вот этого всего не случалось, а тут... Мне искренне жаль, товарищ майор, что все так получилось. Ну, кстати, неплохо. Кстати, неплохо, давай попробуем. О, господи! Так, скорее, едем. Езжаем. Бляха. Скорее, садись. С этим потом. Ты едешь? С этим челом потом. Ну его нахер, вот реально. Сейчас он не нужен здесь. Его можно было, конечно, этой ударить ракетницей, но я думаю, это чуть-чуть потом. Да ну серьезно! Че, он прям за мной, что ли? Серьезно? Он прям за мной щемит, офигеть. У меня хатхилов нету для этого типа. Надо по цели скорее бежать. У меня реально нет хатхила для него. Это давай что-нибудь, как-нибудь потом придумаем, братан. Я в полимер побежал, все. Сейчас на тебя реально тратить время я не могу. Куда мне? Так, все, бежим. Здравствуйте. То есть никто не может загнать. Ну ты посмотри, сколько их, как сил их можно все пройти. Ошибался. Еще один. То есть как два уже их. Если я не член коллектива, как коллектив может узнать их? Методом от противного. Допустим, вы проходите мимо робота. Робот идентифицирует вас как человек, но на вас нет прибора мысли. И данный робот не получает от вас мысленных команд в ответ на свой запрос. Плюща вот этой штукой он по-любому можно хорошо вшатать. Он понимает, что я не коллектив и докладывает об этом остальным. И все остальные начинают меня гнобить, так что? Ему до пизды. Да. Но я же могу запомнить мысль, ему до одного места. Мне надо сделать все, что мне требуется, а потом эту мысль снять. Разве не так? Да за мной залезь ты, блядь! Да. Тогда зачем все так дергаются относительно этих колец? В точности утверждать не могу. Может, это вопрос личного комфорта. Прибор мысли после каждого надевания придется настраивать сам. Почему я не могу залезть? Тоже просто снял и надел. Никаких проблем. Что-то как-то слишком просто. А, сюда мне? Беги.
Беги, еще 300 метров выживать. Охереть, сохранение дай. Дай сохранение. Как много вас, быстрее. Тара-та-та-ра-та-та. А сохранение где? Блядь, где сохранение? Сохранения нет? Так, походу здесь меня не трогают. Ладно. Это очень сложно. Так, хорошо, подожди. Давай 6 бери этих зарядов на всякий. Так, и еще атлетику побольше бы надо. Вот эту. Как минимум. Давай одну применим, кстати. Все, одну возьму я. Так, еще сейчас надо будет модернизировать что-нибудь себе. Зачем ты большую применил, придурок? Я же хотел, чтобы ты маленькую применил. Ладно. Так, давай применим... Та-та-та-та-та. Что я хотел? Давай что-нибудь посмотрим по усилению Храса. Так. Сколько там уже этих штук? 105? Стужа. Так, персонаж. Сопротивление физическому урону увеличено. Кстати, хватит махать. Меня бьют, что ли, там? Че, меня бьют? А чего шатало? Меня че, бил кто? А, так сейф тут есть. Я чуть не посмотрел. Все в панике в этой. Роботов полно. Крас. Валим. Не секрет, что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Очень много роботов. Что? Очень. Разумеется. Да хрена прям. Опасения у американских спецслужб. На них не хватит ничего. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности своей страны — это их работа. Так это полимер, залазь туда. Нет никаких конкретных доказательств. Ага. Значит, и оснований тоже нет. Херомер. Херомер, друзья. И все. Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов есть боевой режим. Так окей, херомер, а не полимер. Но в США этого не знают. Зачем им санкции? Так, обманули пацанов. Бежим. США лут! Отдай лут, мразь! Так, окей. Хорош. Ты имеешь в виду, что простые американские куда? Рабочие понял? Будут запретить наших роботов, потому что те вытесняют их с заводов и фабрик. А капиталисты, наоборот, хотят получить побольше бесплатных роботов, чтобы полностью избавиться от рабочих. Блин, сколько тут лута пропускается, я офигею. США испытывает сильное давление с обеих сторон. Отключить бы их всех и лут собрать весь со всей игры. Они запрещают роботов раз так, и навсегда. Так, а давай диспансеризация. Закрой дверь. А Советскому Союзу разве не наплевать? Ну и пусть американцы вводят свои санкции, нам-то что? Они же сами себе мешают избавляться от рабочего класса. Нам же лучше. Мы же за трудовой народ. Чем больше ограничений на ввоз и эксплуатацию роботов, тем меньше наших роботов будет находиться в ключевых государствообразующих узлах США на момент запуска коллектива 2.0. То есть советское правительство заинтересовано в том, чтобы в момент запуска боевого режима наших гражданских роботов в США было как можно больше? Так и захват США пройдет быстрее и надежнее. Логично, что сказать. Посмотрите, что там творится просто. Там плющ ходит. Там, что только там не ходит, не понимаю. Так, окей, давай почитаем, что это вообще за место. Плановые нытье для главврача. Клава, солнце, я все понимаю, но с каждым днем из Павлова присылают все больше и больше заболевших. Их много, а я один. Моя команда скоморохов не считается. Они никчемные врачи. Давай так. Я возьму себе самый интересный случай и будем надеяться, что остальных излечит коллектив 2.0. Хотя какая там надежда, они же не горбатые, каламбур. Клава, действуй. Клава из пучин Павлова поступают такие больные, что даже мой профессиональный интеллект ужасается и не желает с ними работать. Вскрытия показывают все более и более зверские истязания людей. И их больше такими темпами к запуску коллектива 2.0, о котором только говорят... просвещать будет некого. Останутся только жирные и уродливые мертвяки. Все, как ты любишь, солнце мое. Ты подумай, что мы можем с этим поделать, потому что ты же главврач, а я пока вернусь к своим пациентам, потому что я гениальный диагност. Я, кстати, сейчас, знаете, что подумал? Это получается, каким-нибудь рельсотроном или вот этой новой пушкой, что мы закрафтили, я мог Наташу гасить, но я сделал вообще невозможное. Захаров не умер, товарищ! Захаров жив! Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я и Запов. Неважно, Захаров жив. Какой Захаров? Какой Захаров? Да мы знаем, какой Захаров. Ближайший соратник Дмитрия Сергеевича.
гений, может, даже посильнее самого Сеченова. Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента, но нет. Я изучил все документы, и везде, в самых прогрессивных исследованиях, я следы его работы, его почерк, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально. Едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос. Если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. У меня есть ощущение, что этот храс, который с нами, это и есть Захаров. Захаров не умер, товарищ. Захаров жив. Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент я из НЦА. Так, и как же это он жив? И как же это он жив? Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад. А, все, он это все, он все это сказал. Ну, хорошо. Все хорошо. А что луты? Луты не открываются? Ну, ладно. Преданный муж Ниеловой. Заведена карта на В. Ниелова. Прогнать его не удалось, расселили в свободную палату. Сверху пришло распоряжение пустить его к Ниеловой без химзащиты, раз он так рвется. Пару раз под конвоем провели его к жене в Павлов. Ведется наблюдение за его состоянием. Оповещать службу безопасности не стали. Это преданный муж из Павлова уже не выйдет. Этот преданный муж. Так, музычка гоняет, музычка играет. Где мои луты, никто не знает, да? Оба, добрый вечер. Сейчас я исследую вас. Тут еще просто есть штуковины. Не пропустить бы. Так, что это? А, тернистый путь науки. Тампон. Сосредоточьтесь. Внимание на разрез. Сейчас, сейчас. Сосредоточьтесь. Блять. Зажим! Нить! Живо! Полимер снова не всосался в ткани и создал патологическую полость. Такие кисты по всему телу! Чего там, блять, хотят от людей добиться? Твари бездушные! Может быть и так. Это не ваше дело, товарищи врачи. Занимайтесь своим. Рядовой, ведите следующего. Есть, товарищ подполковник! Полимер должен быть внедрён. Если нет... Там какие-то прям опыты проводят, слушай. И приберите тут. Жесть, что здесь? А, интереснейшее дело. Товарищ Домов сегодня поступила пациентка из Вавилова. Мы с ребятами поспорили, что вы ее выберете для диагностики. Тут вся информация совершенно секретна, вам понравится. Ниелова, 24 года. Обширное поражение нервной системы неприродными ядами. Прогрессирующее разложение мышечных тканей, затрудненное дыхание, кома. Нет, неинтересно. Фурман, если ты проиграешь на этом бутылку Арарата, то я само собой не могу отказать себе в удовольствии взять на диагностику кого-то другого. Но Ниеловой придется помереть. Кстати, выходит из-за тебя. Не суди строго, ты знал, на что шел. По скриптум вы совсем с ума сошли. Фурман, скажи мне, ты болван? Человек умирает, неси анамнез, срочно. А не пиши мне трепетные весточки о том, что ты хочешь выиграть спор. Ты врач, а не букмекер. Черт бы тебя побрал. Так, неплохо. Фурман. Так, ну нам надо вход в Павлов найти, и тут у нас какой-то товарищ лежит еще. Надо с ним тоже, наверное, поговорить. Кто ты? Автолиз начинается примерно через 7-10 минут после смерти. Доля идификации 3-5 минут. 5-6 часов тут нервокоченение, затем... Так, полное разложение около 5 минут. До дефекации? Ты срать собирался? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Считаю. Надо все просчитать тщательно. Во всем нужен точный расчет. Детальные наблюдения. Залог успеха. Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. А смысл? Ты ведь даже записать не можешь. А смысл? Ты же ведь даже записать это не сможешь. Что? Твою мать, точно. Так, вы мне поможете. Прошу вас находиться рядом со мной на весь период разложения. Вести запись. Вы справитесь, это недолго. В текущих условиях примерно 535-650 дней с погрешностью. Хорошо, только за блокнотом схожу. Фу, из-за вас я сбился. Так, заново.
Откуда музыка играет? Я не могу понять. Сколько уже тут стою и откуда-то вещает музыка, но ее тут не слышно. Так, а где вход в Павлов-то? Я не могу понять. Я это читал? Че это? А, клава действую, я это читал. А вход в Павлов-то где? Алю? Алю? Куда? Куда? Куда идти-то? Где проход? Прям где-то тут показывает. Но у нас еще второй этаж есть. Может, здесь? Че тут? Невинные всегда страдают больше виновных. И чё? Он тут еще. Может, помочь чем можно? Да ничем. Ему уже не поможешь. Сел у ее кровати, как завороженный. Так, а куда идти-то? Так и остыл. Нам бы на улицу, что? Батюшки. Ну, это точно. Неужели и опять на улицу? Эти сраные были. Вроде как помогать должно. На деле человек 5. Слушай, походу реально на улицу. Прохода-то нет. Загремели. Или где-то отсюда заходить. Ой, Вася, что-то худо мне. Санитара зови. Вот прям тут где-то. У боку горит. Поскорее, миленький санитара. Нету прохода от слова совсем, прикинь. Это я просто в случайный дом, судя по всему, забежал, чтобы заныкаться от роботов. Кого? Я думал, шкаф с лутом, но нет. Да, ты представляешь, отсюда просто нет, видимо, выхода даже. Просто по кругу херачим и все. Так, я не знаю тогда, что делать. Реально ничего нет. Не выйти, не зайти. Так, ладно. Ждут, блядь, стоят. Ладно, давай, чё? А, у меня дробовичных нет. Ну, это топ. Так, ну хоть лута пособерем немного. Так, где-то под домом, значит, есть, да? Проход. Где-то еще роман... А ты мразь! Блинчик, это ты? О, нет, ублюдок еще там! Скорее! Хотя, может, я проход найду быстрее. Так, сейчас. С обратной стороны где-нибудь он. В полимере, да, проход будет? В Павлов, как я понимаю. Или не в полимере ни разу? С полимера он меня достать не может вроде. Лошандри, ты прыгать не умеешь так сильно. Так, а как в Павлова-то пройти? Я не могу понять. Где-то тут? Так, сейчас посмотрим. Лишь бы плющ ко мне сюда не пробрался. А то будет не весело. Он прям хочет меня съесть. Так, сюда. Фига там воспоминания, конечно. Но показывается сюда. Значит, вход где-то тут. По вот этой трубе надо будет полезть. Так, окей, залазь. Окей. Все где-то здесь находится, это определенно. Ты можешь залезть, инвалидище? Так, окей. Цепляйся. Вот так вот. Так, дальше что? Дальше куда? Ну, дальше сюда. Так. Вход в Вавилов. Через крышу, как обычно, да, где-нибудь? Ну, конечно. А, нет, тут просто лут. Тут просто лут, а вход в Вавилов где? Камеру отключить? А, вот, видимо, эту, да? Точно! Вот он, вход. Это сейчас недалеко где-то, как я понимаю, верно? Так, да, это было прям недалеко-недалеко. Лут забрали. Вход Вавилова активировали. А вход Вавилова это где?
Та-р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 а-
как говорится, штуку взял. Узнать бы местность. Из-за того, что там этот тип находится внизу, я что-то немножко это... Мне немножко напряжно. Так, вот это мне сюда аж надо. На какой-то отшиб. Тут еще вон лут стоит. Туда, где вода надо, короче. Надо туда, где вода. То есть сюда, да? Так, вода у меня тут. Ну, камера у меня где-то здесь, получается. Подожди, сейчас еще раз. Я хочу посмотреть, где эта вода. Подожди, секунду. Где кончается вода? Тут она просто есть. И все. То есть мне надо попасть вот туда. Так, тихо. Куда-то сюда надо попасть, как я понимаю, правильно? Да, вероятнее всего. Потому что я не понимаю, куда еще можно тут попадать. Главное, чтобы плющ ко мне не приехал. Да, вон вход, все. Как раз этот отшиб и открылся, и плющ со мной идет. Так, скорее. Плющом лишний раз драться вообще никакого желания нет, особенно когда у тебя нету отхила никакого. Так, и, собственно, камера. Вот она, молодец. Больше ты не потребуешься, чтобы не призывала никого мне сюда. Все, мы в Вавилов. Тут просто камер столько. Так, техническое обслуживание. Поехали. Сейчас я не понял. Мы едем? Мы едем куда, не? Так, я как понимаю, идет техническое обслуживание. Просто обслуживание. Сейчас оно закончится, и мы поедем, правильно? Или нет? Или я закрыл? Не понял. И что? В смысле? Подожди, что я закрыл-то? И что? Мы ждали, что что-то пройдет? Прошло обслуживание. Теперь я могу ехать, верно? Ну, судя по всему, да. Так, перезапустить ретранслятор. Перезагрузка ретранслятора. При выборе функции перезагрузки происходит перезагруз с электронным ВЭУ, ветролов, что приводит к его взрыву. Гриф, лишенный подачи энергии, опускается на землю. Так, ну давай. Сейчас будет перезагружаться, верно? Меня ж так же не выпускают никуда. Так, ну все, сейчас будем опускаться. Меня перезагружает эта штука. Вот она прилетела, чтобы меня перезагружать. Все, поехали. Диагностика проведена, все хорошо. Там вон дурачок ходит. Сейчас мы будем опускаться, а как иначе? Там сохранимся и закончим нашу серию, нашу Наташу. Ух, как жестко, там столько роботов, столько плющей, у меня нет патронов на них. Даже вот этой вот штукенции с плющом не справится, я думаю. Я прям что-то ему под ноги дал, а ему хоть бы хны, ему вообще до одного места. Я ему вообще как будто ничего и не отнял. Что я в него стрелял, что я в него не стрелял. Вообще до одного места. Все, ты перезапустился там, нет? Так, ну смотри, еще что-то делает. Исследование еще проводится. Ждем окончания, чё? Эта штука не улетает никуда. Соответственно, сейчас мы будем опускаться, я как понимаю. Почему-то 110 метров показывается, я не понимаю для чего, но... Видимо, есть какое-то время, чтобы вот эта штука поработала. Вот. Ничего сейчас не происходит.
Дверь открыта. Пришлось опять от самого сохранения, короче, бежать. Это был, как, конечно, трешак полнейший. Так, допустим, камера тут стоит. Так, паучок. Перезагрузка ретранслятора. Так, вот, допустим. При выборе функции перезагрузка ретранслятора происходит перезагрузка электрических ветролов, что приводит к его взрыву. Гриф, лишенный подачи энергии, опускается на землю, и в его регионе отключается вся экосистема. Чтобы восстановить ветролов, будут немедленно вызваны ремонтные пчелы, но починка занимает какое-то время. Так, я могу выйти. Дверь же не закрылась. Вот, все. Пусть починка занимает какое-то время. Ветролов летит. 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 Вот и летит. А я пока буду драться тут, получается, да? Вот эту мразь надо убить. А, она умерла. Так, видимо, мне надо было с этой штуки выйти. И посражаться с этими ребятами. Что мы сейчас, собственно, с тобой и сделаем. Проблем это много не должно составить нам. Так. Пока он там чинит, нам лучше в нем, видимо, не находиться вообще. От слова совсем. Так. Пока пофармим. Посмотрим, что к чему. Да, он чинит, он молодец. Лишь бы багов никаких не было. Уж очень странно он себя ведет. Этот починчик. Возможно, всех надо обезвредить, и он починит. Так. Допустим, лут будет? Лут будет, это хорошо. Текс. Еще тут плющ где-то ходит, но я надеюсь, это не причина, чтобы как бы не чинить нам. Я надеюсь, его не надо прям проходить, этого плюща. Откуда они встают, мне вот вопрос. Откуда они берутся? Дупло, что ли? А, гузлятина. Так, окей. Есть еще, видимо, одно дупло, да, где-то? Которое все это выкакивает. Надо искать его. Оба. А тут вход в Вавилов был все это время? Или что это? Да? То есть в тот раз я тупо попал в баг? Какой молодец. Так, складоразбор. Молодец. Вот это да. Вот это мы залетели, конечно. Вообще, даже не знаю, что сказать. То есть мы тупо попали в баг. И просидели там долгое время. Если мы сейчас попадем в Вавилов, я охерею, конечно. Так, походу, и так оно и есть. Если сейчас реально поедем по цели, я буду в шоке. Что, мне надо уже сохраниться, как бы и серию заканчивать? Алло. Алло. Наташа не терпит. Ну, Наташа, конечно, это лучшее, наверное, что было в этой серии. А то, что там роботов столько было, это худшее, что было в этой серии. Это я с клиники еще раз взял эту штуку. Давайте послушаем снова, чтобы скучно не было. Плющ! Хорошо, внутри. Плющ! Обычно полигоны делаем ноги. Нужно доставить Петрова как можно скорее. То есть я тупо попал в баг. Охренеть. Территория предприятия Сахалин — непростое место. Разберемся. Остальные тоже знаешь. Были не прогулки в парке. Не поможешь. Все в ее кровати. Почему манекены в таких позах? Чем они вообще тут занимались? Смотри. Извращение. Посмотрите на это с другой стороны. Какие козы, а? Вот это я понимаю. Который, вероятно, получил доступ к образу мышления. В жопу ему смотрят, да офигеть. Вы видите в этом пошлость, а куклы, скорее всего, они ничего в этом не видели. Я и говорю, вопросы скорее к создателю. Вопросы скорее к тем, кто на это смотрит. Извращенцы. Так и остыл. Нам бы кто помог. Извраты. Чушки. Ну, это точно. Прививки эти сраные были. Вроде как помогать нужно. Так, ладно. А на деле человек. На этом мы закончим сегодня. С одного колхоза и загремели. Босс Плющ еще остался, смотри. Что-то худо мне
По боку горит. Поскорее, миленький санитара. Босс Плющ еще остался. Еще вход в Павлова еще не найден, прикинь. Так, ладно, мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Влад и пока-пока.